Hello. Всем привет, я Тимур, и в этом видео я буду играть в игру под названием ZD Simulator. Это железнодорожный симулятор, где нам предстоит управлять, и в моем случае, электропоездом, который вот так вот он выглядит. Я буду ехать от конечной до конечной станции, ну постараюсь доехать до конечной станции, по крайней мере, до середины точнее. До середины его маршрута. Мой маршрут это составляет 250 километров. Но в этом видео я его сокращу, будет маршрут 50 километров, потому что буду останавливаться почти на всех станциях, которые буду ехать. Я для себя уже построил маршрут. Выезд у меня в 13:50. Вот с этой станции. Так. Так, для начала, чтобы нам поехать, нужно поставить реверс вперед. Он у меня уже электричка, у меня уже запущена была перед тем, как я начал снимать видео. То есть тут все, в принципе, пока ок. Наверху показана такой как типа графика. Это типа маршрут, маршрутный лист, можно так сказать. Это красным показана скорость, какую я могу, максимальная скорость, какую я могу ехать. Если я буду ее превышать, то мне за это будет вычитать очки, которые наверху нарисованы нолик, пока у меня их ноль. И внизу километраж написан. И тут еще такая красная точка есть. Точка, когда я поеду, она будет двигаться. Это мое местоположение. Ну, то есть, это я, можно так сказать. Итак, осталось 2 минуты до отправления. Пожалуйста, провожающие пакете вагоны поезда. Итак, можешь уже потихонечку отправляться, даю свисток, сигнал, и в принципе я могу уезжать. Самое главное, чтобы не закрыли дверь, чтобы никто не сбежал из поезда. На самом деле не главное, ведь так никто не сбежит, главное, чтобы не закрыли. Так, снег, конечно, тоже круто. Так. Еду не быстро, спокойно. Если я пришел, то привыкну забрать. Ну, на 1 километр могу превысить. Скорость, например, я 44 километра, 45, а вот себе буду ехать на 46 километров, за это нужно отгружать чистить. Ну, давайте 50-50, ну, конечно, где уместно. У вас такая штука, что можно, я не хочу, не вычитаются. Вычитаются еще за МПТ, МПТ это не значит, когда я буду не нажимаю. Ну, станция уже. Если не нажаться. А, это будет. Я бы сказал, что будет станция, была значит станция, казалось. Этот картинка один раз, там, я вот только уже не первый раз, конечно, там уже есть опыт, там оба не видел, что изменяется. Но я в этой игре мне очень нравится. Ну, многие во многих играх поиграл в эту игру. Если хотите, чтобы я тоже записал ваш руку, более новый ваш руку, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Хочу новую серию. Есть такое? Пока вот в эту карту я ни разу не играл, это первый раз. Это вдвойне интересно, мне тоже интересно, потому что первый раз на эту карту не играл. Вообще я был длительный период, я бы только учить даже не был. Достаточно давно не играл, а на себя сыграл месяца 7 назад. Для меня это, конечно, давно, потому что, конечно, я некоторые вещи забыл, но они быстро вспоминаются. По типу как останавливаться, как что делать, если например,
задымлением вагонов, так и то же ситуация. Мы бывали в задымлении вагонов, раньше не знал, как делать. Но раз вы подавали на ситуацию, то сейчас тоже не забыл. Ну, говорю, легко можно запомнить, сколько важно, что можно нажать, потому что во всех поездах, только в электричных магнитах, в других поездах, так бывает, есть уже можно, как бы, ну, внутрь стать поезд. Потому что если надо будет красный сигнал, нужно будет добавлять сигнал, даже если на крыльце, например, 120 км в час, если будет потому что красный свет, я поеду, но вообще можно будет остановиться. Если дать себе сигнал, что красный, желтый, я точно не смогу. Ну, состав мой полностью не поместится, конечно же. Но, в принципе, нормально. Ну, немножечко, конечно, поместилось. Не просто совсем идеально. Итак, остановочка закончилась. В принципе, что-то не хватает.
И, короче, на этом моменте у меня прервалась запись, перезаписывать у меня уже не было сил просто. Чем могу сказать? Игра очень такая увлекательная, но есть два минуса. Это то, что я не могу выйти из локомотива, и то, что очень мало станций, ну, это было на этой карте, по крайней мере. Из-за этого очень хочется, ну, очень хочется спать, очень тянет сон в такую игру, когда постоянно смотришь просто вперед, вот и все. Пока вот эти только два минуса я нашел, а так игра, в принципе, неплохая. Всем до скорых встреч!